О центре оказания услуг для предпринимателей Нурсултан Есетов узнал недавно и сразу поспешил к специалистам за консультацией. Жителя Шымкента интересует услуга по ликвидации филиала предприятия. Я получил информацию, получается, в центре занятости населения, то, что вот есть такая организация, которая помогает предпринимателям. На данный момент я занимаюсь именно ликвидацией филиала. Здесь я получил вчера, получается, консультацию, после чего сегодня подготовил все документы и предоставил сотрудникам, которые на данный момент очень плодотворно и помогают мне. За 3 месяца со дня открытия специалисты оказали более 2000 услуг. Особенность нового центра в том, что предприниматели могут получить все услуги в одном месте и по одному заявлению. Помимо сервисных услуг, оказываются государственные услуги по регистрации юридических лиц, легализации документов на недвижимость и разрешительных бумаг. Обратиться могут не только бизнесмены, но и сотрудники общественных организаций и госучреждений. Услуги, он может не только получить консультационные услуги или там разработку бизнес-плана, но и все виды государственных услуг. И порядка 958 услуг оказывается в центре. Из них свыше 800 – это услуги ЦОНа, а также свыше 100 услуг – это услуги наших финансовых институтов. Здесь предприниматель может получить также услуги по бухгалтерскому учету и отчетности, правовые услуги. Специалисты готовы поддержать бизнес-идеи от финансирования до реализации проекта. Диана Биржанова, Давран Абдиев, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «УТРАР».